Ну, поскольку мы стараемся, я стараюсь, меня вот в университет приучили говорить «мы» при сдаче там дипломных и прочих работ, так и говорю. Стараюсь, чтобы отходов было по минимуму. Конечно, хорошо бы опилками топиться, но пока не получается сделать нормальный поддув, вот там пиролизный эффект использовать. Вот. Стружку я стружку не выбрасываю, собираю. На удивление, с руками практически отрывают на упаковку, на хранение каких-то. Ну, вы представляете, яблоки в дубовых опилках. Дуб сам по себе в какой-то степени консервирует продукты. И вот как яблоки, да? Хрустящее яблочко, холодное, зимой достать из дубовых опилок. Да ладно, опилок, стружки. Настоящие стружки. Вот, так что собираю, в принципе, какая-то копеечка с этого идет. Ну, как-то так. А, вы знаете, я еще часто использую для упаковки. Особенно какая-то такая продукция небольшая. Вот.